ГГ не будет. Я посмотрю ваши видосики, но сначала Twitch-контору, потому что, ну, все-таки, я же, там же был мой стрим на день рождения, я же должен был попасть в кринж там или куда-нибудь, ну, ага, не, блядство, ну, ладно, давайте посмотрим, что же они там выпукали. Так. Челик, кстати, говорил то, что он задержался на сколько там, на 5 дней, блядь, ради интро. Давайте посмотрим на интро. Добро пожаловать на паблик с совершенной сиськи 18+. Постоянный онлайн, активные игроки, горячая атмосфера и справедливые администраторы. Микрофон можно использовать лицом старше 16 лет. Заходи на нашу чаще и просто получай удовольствие. Я, конечно, понимаю, чел старался, но анимация движений. Бля, какая хуйня. Ладно, сори. Ну, ладно, может просто челик, ну, челик-то третий выпуск всего делает или какой-то. Может потом будет нормально. Ладно, старая, блядь. Смотрите, как он идет, блядь. У него ручонки, блядь, болтаются. И видно, что оружие просто висит перед ним, типа... Вот, блядь, сейчас. Да иди отседова. Во. Он болтается, оружие на месте висит, блядь. И двигается. Эти тоже... Автомат просто едет, блядь, отдельно от рук. Не, меня точно сюда никогда не вставят. Я ебал. Я точно здесь никогда не окажусь. Не, я бы так не сделал, понятное дело. Я бы даже близко так не сделал. Я бы даже в пейнте так не нарисовал. Но да это пиздец тяжело, чел. А нахуй они тогда берутся за это, если они не умеют? Типа, зачем браться, если не умеешь? Алло, блядь. Учатся М. Мы... Устроим переворот нарезок Твича. Наш контент будет самым лучшим. Мы снесем нахуй Twitch FM, Twitch.ru и Twitch VTF. Мы лучшие. И потом вот это он, блядь, идет, блядь. Нет вопросов, если бы не было выебонов. Выебоны были? Были. Теперь пусть огребают, блядь. Ну ладно, это было неплохо. Стоил ли этот трейлер 4 дней без видоса дополнительных? То есть он там в понедельник должен был выпустить? Возможно, не знаю. Здорово! Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Здорово. Ты разблокировал третий выпуск Twitch-конторы. Зафармили уже 11к. Спасибо большое. Обнимаю. Если ты новенький и хочешь стать смешариком, просто подпишись, ага. А мы начинаем. Ну давай. Как обычно, пройдемся по новостям, номинациям, пасты недели вашими клипами, а начнем с поздравлений. Поздравляем с прошедшим Кека, Карину, Круглика в кубе, Карт... Сука, а можно было еще более уебанскую фотку взять, блядь? А можно было еще более отвратительную, омерзительную фотку с более красным ебалом, с более заросшей бородой, блядь? Маны кореша. Желаем разбана, здоровья, прочную кровать и стабильность в отношениях. Ну и хорошего контента, естественно. Там у всех уебанские, да? Разве? А, ну да. Подожди, это кто, блядь? Начнем с поздравлений. Поздравляем с прошедшим Кека. Ну да. Карину. Ну... А что?
Реально? Ну ладно. Ну тут, блядь, все ясно, нахуй. Тут и в Инстаграме, блядь, что в жизни еще нахуй хуже. Картманы и Ну ладно, окей. Миша, желаем разбана, здоровья, прочную кровать и стабильность в отношениях. Ну и хорошего контента есть. Прочная кровать, под... Что? Так, тихо, нахуй, что, блядь? Еще раз, нахуй. Прочную кровать. Картманы и кореша, желаем разбана, здоровья, прочную кровать. Поняли, да? Разбана Шедоухеку, здоровье Карине, прочную... Ага, ясно, блядь. И стабильность в отношениях. Ну и хорошего контента, естественно. У меня день рождения, блядь! Ой, точно. Забыл про нашего болтуса. С днем дня тебя, сладкий. Ага. Позавчера выползла новость на первую строку про Эдварда Билла. Этот челус... Это теперь не Эдвард Билл, это теперь Эдвард... Где? Строил масштабное ДТП в центре Москвы. В результате... Ну хотя, что значит теперь? Что значит теперь, блядь? Как будто он до этого был умник. Сотрудница Госдумы попала в реанимацию с тяжелыми травмами. Челу грозит... Консультант Госдумы? А, я-то думаю, блядь, а чё его посадили, реально? Чё его арестовали? Потому что, ну, я думаю, что многие знают, что у него есть подвязочки с нашим правительством, да? Я думал, все еще, неужели, блядь? И знаете, я еще сидел такой и думал, блядь, ёбаный рот, как так его арестовали? Он же, типа, подвязанный с правительством Москвы. Как же так? Почему его, блядь, не отмазали? Вот оно почему. Консультант Госдумы, ясно, блядь. Хотя, не знаю, хочется верить, конечно, что его на самом деле, ну, по-нормальному присадят, блядь, за его нарушение. Но что-то как-то хуй знает. И до 2 лет лишения. Кстати, что за новости с Рутвича? Это что, Эдвард Билл это стример на с Рутвича? Его отпустили? Нет, его не отпустили. Он же сидит в этом, господи, блядь. Под домашним арестом, алё. Не свободы. Да вы был... Неужели тебя не раздражает этот монотонный голос бота? Вообще нет. Получается. Ну а вторую строку занимает магазин скинов на Твиче. Хайпанула эта тема после стрима в АДИ, хотя и до этого спокойно работала. Но вдруг всплыл пункт в правилах Твича о том, что это запрещено политикой. И ну, наши запрещено, и запрещено. Наши стримеры быстренько прикрыли лавочку. До конца пока неизвестно. Но то, что это уже дошло до администрации, это прям... Ебать, челу в чате, посмотрите. Открой скины, 5000 черепков, Найс 3 стрима сидел. Ты отдашь скины тем, кто их выиграл, когда новые скины, когда новые скины, когда новые скины. Я в ахуе. Супер плохо. Да. Есть и те, кто разыгрывает вещи забавы. Например, Вова Свер или... Мерч, айфон, вайф, випка. Слава с айфоном. Но это сделано не в целях нагона аудитории и быстрого буста. Это никак не афишируется на стриме, но есть и есть. В отличие от стримера жесткого, который каждые 10 минут говорит о покупке скинов забавы. Ну, это, конечно, не самый честный вариант набора аудитории, но точно так же главная Твича, например. Не самый честный вариант набора аудитории. Точно так же, какие там еще нечестные варианты? Дропсы. Дропсы на Твиче. То же самое, та же самая хуйня. Valorant вот эти вот, да, когда там давали доступ за просмотр стрима. Это тоже нечестно, но, типа, какие-то двойные стандарты получаются. Одно, блядь, мы можем делать, и это не считается зашкварным. Другое, не-не, это неправильно. Не понимаю. Логика странная. Кстати, с 2К поднял свой онлайн до 10. Но в итоге сел на очко и вырубил магазин. Честно это или нет? Думаю, вы уже решили. Твич извинился перед стримером после ошибочного бана. Во время игры забанили чела по ошибке, но спустя 20 минут вернули аккаунт. Ну да, я говорил, эти 20 минут, наверное, были самые страшные в его жизни, блядь. Пиздец, обосрались так, обосрались. Твич контор уже. Эвилон скоро будет чистить фриков от неактива в скваде. Видно, что после бана на Твиче сквад немного пошат. Послушал я, кстати, немножечко подкаст Эвилона с братишкиным. И чё-то я понимаю то, что кикнут меня, наверное, нахуй. Из-за того, что я такой умк-пугу, блять. И ни с кем не общаюсь, никого не зову. И вообще, ну я просто, блин, я надеюсь, что я успею быстренько скорее переехать в новую хату. И, ну, потому что в новой хате, во-первых, можно будет кого-то звать к себе. Ну, блядь, это, наверное, все-таки отмазки, потому что именно онлайн можно делать и сейчас что-то. Я просто, то, блядь, у меня нету идеи, то я стесняюсь, нахуй, то еще что-нибудь. Ну, как обычно, 10 тысяч моих отмазок вот этих. А
Ты с Хесом коллабишь? Ну, Хесус это, ну, Хесус... Не, понятно, но я про других ребят, я про других ребят. Ну вот, но вообще, говорю, блять, будет своя, собственно говоря, жилплощадь, можно будет кого-то звать и это самое. Уже не пахнет той старой атмосферой команды. Бустер вновь словил тильт по Твичу. Уйди, вновь? Нахуй ты бы хотел? Ну, на время, да, наверное. На неизвестно. Видно, что Слава подустал от ежедневного, ему нужно разгрузиться. Я его понимаю. Все мы можем перегореть. В любом случае, я ему желаю получать кайф от того, чем он хочет заниматься. Да. Все вы помните стримера, у которого продлевался стрим из-за... Угу. У него, по-моему, кончился стрим, нет? Собак. Так вот, теперь он будет банить тех, кто дарит ему слишком много подарочных... А, бля, вот это старая новость. Ну, ебать, конечно. Подписок. Там баб, Twitch выступил в... Но он сказал, что, типа, те, кто будут дарить больше 100 собак подарочных, тому тем бан будут въебывать. Поддержку движению Stop Asian Hate. Слоган протестов, которые выросли из-за роста числа преступлений на почве ненависти к людям с азиатской внешностью. Одобряем, понимаем. Я главное не понимаю, нахуя это делать-то, типа, в чем, блять, рофл, это что, зачем? Стримеров могут принимать участие в прогнозах, но если ты принял участие, то не сможешь управлять... Да, именно поэтому я вчера у Хеса и фарманул лямчик с хвостом. Исходом. Братишкин провел подкаст по рекламе и в целом про Twitch в 2021 году. Да, кстати, был интересный подкаст, но видите, в чем его проблема? Я не знаю, кто-то смотрел его из Орелов или нет. Он пиздец как был интересен мне. Вот мне он был охуенно интересен, потому что мне вот эта тема действительно важна. Я вообще нихуя не знаю на Твиче про рекламу и про прочее всякое. А просто типа зрелус это смотреть. Ну, если бы я был зрелом, мне, в общем, в целом было бы похуй, наверное. Ну, что, типа, какая там, ну, скрутят какие-то стримеры. Да, это плохо, потому что с Твича уходят рекламодатели. Но меня это как зрителя ебет. Ну, в долгосрочной перспективе вообще-то ебет, а так, в общем и целом, похую. Вот. Советую посмотреть. Очень информативно, особенно для... А у русских стримеров, которые, типа, не дошучивают про цвет кожи. Я не знаю, к чему ты это написал, но в любом случае я не понимаю, что это, блядь, за шутки и в чем их юмор. Это не шутки, это хуйня какая-то. Начинающих стримеров. Twitch обновил получение наград в Twitch Drops. Дропсы стали очень эффективным инструментом продвижения игр. Сразу вспоминаем магазин скинов. Да, 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 да. Вот почему Twitch Drops это норм, а скины это, блять, не норм. Магазин скинов забал. Вот мне кажется, что и то это хуйня какая-то. И АФК зрителей. Отличная идея на фоне прошлых новостей о баллах. Появилось расширение Bits for Tricks, которое позволяет зрителям влиять на ход игры во время трансляции донатами. Так. Вот игры, в которых... Ну это битсами. Тут GTA 5, Minecraft. Это работает. Раз, два. Диник и Гвин провели имхо-шоу второй сезон. Мне зашло, но советую менять планы или сцены. Я не знаю, что это такое. А то глазам становится скучно. Масленников предложил коллаб Хесу. Но из-за пьянки Хес не смог прийти, поэтому отдал роль Вове. Я отказал. Ну, бля, в смысле из-за пьянки? Что лучше, поучаствовать на день рождения, где есть Моргенштерн, Яникс, вот эти все вот эти челики, Марьяна Ро, или, блядь, сняться в Among Us в реальной жизни у Димы Масленникова? Ну, ёбаный сыр, блядь. Отказался от коллабы с Масленниковым. Но свою роль, которую я должен был принимать в его видео, угадайте, кому я передал? Я свою руку отдал братишкину. Также принял участие в Among Us в реальной жизни Fenargot XL. Жду не дождусь эту пародию на Влада Бумагу. Их. Милхарукос узнал пол своего ребенка. Бля, ну... Ну да, ну что-то как-то, блядь... Последний выпуск когда был? Одну неделю назад? Да нет, мне кажется, ебать. 24 марта. А сейчас у тебя календарь чё? Это сколько прошло, получается? Ну, прошло, да, полторы недели. Не, раз в полторы недели выпуск, это, конечно, ёбань. И хотя бы раз бы в неделю выходило, было бы получше. Потому что эти новости, они, конечно, прикольные, но... Такое ощущение, что это было год назад уже. Ребенка на стриме. Родилась вторая девочка. Поздравляю от лица конторы. Зококвиэль рассказал об участии в Twitch Rivals и прыжке с парашютом, которая выпала в рулетке. Будут прыгать с Яксидая, МТСч... Кого? Что? Чего? Парашютом, который... Зоквиэль рассказал об участии в Twitch Rivals и прыжке с парашютом, которая выпала в рулетке.
будут прыгать. Нихуя себе рулетка, блядь. Прыгать с Xidae, MTS-14 и Ella Eagle. Ебать, Никина придумывали. А, короче, да. Желаем удачи. Тут она вам точно пригодится. Малоизвестный стример собрал более 7000 долларов за одну трансляцию на как? Помощь бездомным котам. Респект. О, также Алсиор устроил благотворительный месяц в поддержку животных. Вадим с Вовой провели подкаст на Ютабе и ответили на вопросы ага. подписоты насчет сквадов и не только. Думал Непка на 1 апреля. Жду еще один подкаст, а вы готовьте хорошие вопросы. Грин провел стрим со своей мамой. Готово? Да. Я как болт, мне нужна гайка. Залезь в резьбу ее, будто я папа. Да, да, ну все жуют. Ну да, да, конечно. И сосут. Ну. Ничего удивительного, что его маму путают с сестрой или женой. У тебя прекрасная мама. Привет от Twitch контуры. Также батя Дрейка запустил поток и в первый же день держал онлайн в 3К. Походу скоро. Я махуя. Про пополнение в скваде. Мазилов прожарил 89-й сквад. Годно. Жаль, что голос не без фильтров. Пиздец, новостей много вышло на этой неделе. Вообще не говори. Проснитесь. Мы подошли к нашим любимым номинациям. О, кринж недели. Забирает кринж недели Хесус. Охуел? Почему? По рофлу. Горбатый главарь. Атас! Или что сказал? Атас! Блять! Я палец оторвал, где? Пиздец, блять. Пиздец, палец исчез. И что делать теперь? То есть, по мнению челика из Twitch конторы, вот это кринж. Точнее, не так, вот это более кринжово, чем вот это, да? Учится. А, ну ладно. Ну все тогда. Да, давай. Увидимся скоро. Ля, сука! Шо, сука? Испугался, блядь? А я... Пьяная скотина, блядь. Ёбаный рот, блядь. А пока недели дарю фруктоски с фильмами и ёчки с аниме. Поздравляю. Новость недели достается Тендерле. Она сделала ринопластику в тайне. Но кто-то молодец. Слил эту инфу в сети, и ей пришлось не, рассказать про операцию. Только вот масочный режим все равно никто не отменял. Ясно. В этот раз игровой топ недели заберет Simple Valorant. Стоишь, наконец. Булгот. Шип удерживает уже вторую неделю Байвел с Максом. Все так и я был прав, а? Ну хоть бы клип какой-нибудь показал. Зарубу недели забирает раз-два со своим шоу. Суть в том, то что этот человек пришел на Reddit, в политический раздел и начал банить модераторов. Гениальный клип. А также своему мужу, который был и есть педофил. Что ты одобряешь? Что ты одобряешь, блядь? Это, блядь, гениальный клип. Коллабу недели забирает ну-ка. Братишкин с Эвилоном. Ссылки не дам из-за политических соображений okay. Твича. Мил этой недели награждаю Лерон Барон с ее кошечкой. Да, ну куда? Нет, тише, это уже наглость. Ля, ну, какая охуевшая кошка. Я так, в ахуе. Пошли к Паше. Рассказывай нормальный анекдот. Заходит черепаха с убитым видом в бар и просит один стакан воды и уходит. Спустя день приходит опять та же черепаха с таким же убитым видом и просит опять один стакан воды. И так продолжается на протяжении одной недели. Бармену это надоело, он не выдерживает и говорит: так, черепаха, к тебе два вопроса. Первый: почему ты такая убитая? А второй: зачем тебе стакан воды? Черепаха ему отвечает: мужик, нет времени объяснять, у меня дом горит.
На этой неделе дадим отдохнуть пальчиком и просто насыпаем в чат сердечек и напишем вот так: с днем рождения, привет от Twitch конторы. Ну вот и подобрались к вашим клипам. Ну смотри, потихонечку спамить начинает меньше уже. О! Ура, клипы. Я так танцевала. Ура, не то что Twitch FM. Я типа подскакнулась и упала. Я даже камеру снимала. Но проблема в том, что, короче, мы один раз с бабушкой поехали в санаторий отдыхать. А у деда была такие огромные коробки из-под обуви. И в них, короче, хранились типа кассеты. Я на камеру прям упала. Окей. Осуждаем, блин. Да ну нахуй. Я вообще впервые увидел, чтобы у кого-то это получилось. Ща рыгнет, сука. А, ну да. Ой, блять. Угу, да-да, антисекс. Честно. Ну, как жара. Ахуэла? О, блядь. После чипсиков. Что сделать из банки Принглс? Это как сосянчик делал, что ли? Бля, я тоже хочу Принглс рекламировать. Можно не дать мне денег, можно мне просто чипсов дать этих. В принципе, нормально. Я сделал, спасибо, не надо нам такого. Нет, с банками Принглс, ребят, не надо ничего. Одной банки достаточно? Чё, да это рофл какой-то. В принципе, да. Ха, понятно, блядь. Не открываешься, да? Иди делом лучше займись. Гаденыш, опять зас... Ну вот, если про это не знать, это смешно, если ты про это не знаешь. Но меня уже предупредили, видите? Старый взялся, блядь. Пиздец, это что за хуйня, блядь? Это вот. Ну это неплохо, ладно. Ебать, а ему есть уже 14? Эй, блядь, сука! Пиздец ты! Спасибо за фоллоу. Смешная обещаю 1000. А тут не без банворда? Вышли... Ох, ебать! Охуеть. Права можно купить. Где ты такой взял? О, видишь, мы в Париж можем. Чё, блядь? Ой, я сужу. Мне надо фоллоу. А такое нельзя, наверное? Пойдем. Осуждаю. Они, вот, знаете, когда чистые, все в руках нет. Ой! Бля, это автомобильные колодки, нахуя он их... Это в Украине, а чё, блядь, на Украине вообще похуй на законы, что ли, или чё, блядь? Это моя зайка. О! У, блядь. Ебать, я нахуй. Давай, у меня стояк, пока, давай, мне эрекция уже падает. Диана! Держись! Кончаю! Я пописать. Ну я знаю, что после этого... Историю браузера открывай. Всегда писать хочется, но так быстро. Блядь, Руслан! Можем повторить, блядь, не выёбывай. Можем повторить, блядь, не выёбывайтесь. Бля, его депортируют, я отвечаю. А чё нам не слышно-то ничего? Он... Вот это что за здание, если мне не изменяет память? Вот что это за здание? Слушай, ну похоже на... Ну не Рейхстаг, конечно. Ну Бундестаг какой-нибудь. А. Я ничего не вырезал. Ебать, денег, блядь, сумасшедший нахуй, я в ахуе. Я в ахуе, блядь. А, ясно нахуй, ясно, блядь. Вот только-только стоит, типа, чё-то какую-то идею принести на Twitch, сразу нахуй всё воруют, блядь.
сказал Марк, блядь, которому в подъезде, блядь, дрочили. С бомжами рядом, блядь. Подъезд вообще-то элитный. Элитный? Я видел твой элитный подъезд, блядь. Наш что серит в таксофоне и напустит столько вони, ой-ой-ой. Вроде стали жрать. Бля, ну это ж трусы, чат. Как, блять, это шорты? Почему они наверх длятся намного дольше, чем вниз? Как так? Полегче, значит, надо срать поменьше. Что это будет? Это шорты, все, извиняюсь тогда. Нет, вообще, аккуратно. И срайся руки. Вот этот клиф я видел, кстати. На спинку, да, и ручки вперед. По-моему. Ой-ой-ой-ой. Смокота. Ой, боже мой. Не больно тебе? Я аккуратно тебе. У тебя там пистолет в кармане? Жирный. А, да? Нет, я видел немножко другой клип. Охуй, ряд! Так, это... Что это конкретно за клип? Это там, где я делаю кувырок? Реально, мне еще поебать. Смотри, ты смотришь мой стрим? Да. Пизда. Ладно, это смешно, хорошо. Это смешно, это правда смешно. Блядь, это такое чудище, ебать! Нихуя у него... На широком выбил, пожалуйста. Нормально. Ассу? Шо ассу? Наверх! Я нажимай, когда наверх едешь или... И чё? Чё сейчас, блядь, чё тут смешно? Спасибо, Кирюх, блин, а что ж ты раньше ты не сказал-то? Сука, блядь. Так, а чё ты, я вижу... Времени откроется, да. Потому что вроде бы хотят закрашивать, что говорят, на противень то насрал, да? Это не насрал никто. Это не пирожки, это печенюшки. Это печенюшки. Да. Палас! Тебе сказали, что палас! Я тебе сказал, яма! Я тебе сказал, палас, глухонемой! Ебать, челику не страшно играть со включенным войс-чатом, я в ахуе. Нее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 ee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 
блядь, у него такой? Нихуя себе, блядь! Я... Ой, ну... Да это балкон, блядь, смыл комнату нахуй. Брак, сука! Я в ахуе. Это ж можно, знаете, летом, типа, выставить креслица, какой-то столик, налить себе чайку, поставить себе на штатив камеру и сидеть вот так вот, пить чаёк, блядь, и стримить, РЛ, вопросы-ответы какие-то. Ебать охуенно. Сейчас покажу. Смотришь? Смотришь, смотри. Смотрю. Я ебу. О, это я видел, кстати, в реальности, да. Ну как в реальности? Онлайн. Чё, не открываешься, да? Иди делом лучше займись. Гадёныш, опять за старое взялся, блядь. Ебать, она верещит, блядь. У меня также морская свинка свистит КСТ. Ну вот и подошли к концу ролика. Опять задержал выпуск. Хых. Ну бывает же. Короче, если хочешь стать смешариком, такая на подписку и стучи в колокол. Да, подписка. Кстати, нужна. На следующей неделе я приготовил вам сюрприз, который вам точно понравится. А я пошел спать. До следующей недели. ББ. Обнял. Ну, ББ, блядь, ББ. Давай, удачи. Ну понятно, блядь. Вот она и понятно, нахуй. Так, ну чё, в принципе, на самом деле нормальный выпуск, я там набоковал на анимацию, но если без доёбов, то всё нормально, всё хорошо. Действительно было интересно, только новости, блядь, правда, конечно, когда прошло полторы недели, мне это не очень удобно, а так, в принципе, окей. Нормально, 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 нормально. Ой-ой.